Приятный трепет и теплая грусть. Первый серьезный рубеж позади. Выпускники прощаются с детством и школой. На память у каждого остается бесценный опыт, знания и настоящие друзья. В лицее номер 38 новый этап в жизни начался для 71 выпускника 11 классов. Сегодня они благодарят своих главных проводников во взрослый мир – учителей и родителей. С теплотой буду вспоминать свои школьные годы, и мне довольно немножко грустно. Конечно, сейчас во время всей этой суматохи, суеты, я не особо замечаю чувство грусти, но я думаю, после слов классных руководителей, директора и финальной песни, вальса и так далее, на меня нахлынут чувства, потому что это важный этап в жизни для меня. Чувства нахлынули и на преподавателей. Классные учителя пожелали ребятам успешно сдать экзамены, поступить в те вузы, о которых мечтали. Многие выпускники уже четко представляют, кем видят себя в будущем. О своих планах они рассказали главе региона. Алексей Русских отметил, правительство области поддержит молодые дарования в любых начинаниях. Чтобы пожелать, чтобы вы не ошиблись, чтобы с первого раза, чтобы потом не переучиться, начать время, выбирать будут больше 11 тысяч выпускников. Именно столько старшеклассников в этом году закончили 11 классов. Это статистика по всей Ульяновской области. У ребят помладше еще есть время подумать о будущем. Выбрать колледж или продолжить грызть гранит науки в школах. На подобном распутье почти 5 тысяч девятиклассников региональных учебных заведений. Но дети вступают в новую жизнь, и это тоже урок, урок жизни. Я желаю всем точно побед, точно успехов. И я абсолютно уверена, что наши дети достойны лучшего, и они это точно в жизни получат. Напутственные слова сказаны, цветы и подарки вручены. А значит, будущие студенты могут смело перевернуть страницу детства и начать новую главу прекрасной истории. Сегодня с последним звонком для них открываются все двери в будущее. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.